Я надеюсь, дама нападать не будет сразу. Нахер. Тунжурин? 그건 사료지, 음식이 아니야. Так, в принципе, отсюда можно уже сваливать. Кредо, усыл 정도는 아닌데. 수방 망가지진 않겠어. Тунжурин? 그건 사료지, 음식이 아니야. 힘줄부터 잘라주마. 고기 요리는 내 전문이지. 생존자가 사망했습니다. 식용으로 쓸 수 있는 풀들이 보이는군. 반대로 써야겠구만. В этот раз надо хавки, блядь, наделать поболее. Ты пандеру стояге кубань. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. Сурирадо 한 잔 보여줘야겠구만. 이 고기엔 어떤 양념이 어울리려나? 쓸만할 것 같구만. 제사라도 지내줘야 하나? булочка. 그래도 못 쓸 정도는 아닌데. 오, кофе, кстати. Из нее еще одна булочка получается. Так, здесь же все, уходим? Да, уходим. Так, фиолпуха есть. Лед забрать. Что-то я не знаю, для чего этот лед. Я все забираю, забираю. И хер знает, для чего я его делаю. Тут что, челик рядом? Ну, отлично, у меня эрка есть. Теперь я... Дама хоть куда. Еду бы еще найти. Так, все, коробка есть. Мне здесь коробку и лист надо было, и можно сваливать. Еще хлебушка, если подобрать. Давайте хавочки сделаем. Отлично, надо хавки побольше. И водиться. Уксуну омна. Чуть-чуть то мандро бомён, камы чабыл су иккеннде.
그나마 재료다운 재료를 구할 곳이구만. 마르그리트, пусти-ка его к себе. Ты ему покажи. Он, может, стесняется что-то. Мед зачем-то, я уже не помню зачем. Сосирадо иссмен чукеннде мария. Ешку прокачаем. Дорогая! Отходи! Ни хера не успевает, отходите. Игугиен, оттон ягнёми оулириона? О, рыбку можно половить. Так, челики где-то бродят. А пошли вниз мне, в принципе, что здесь? Молоток надо. Один хрен я его не жахнула. Там по ходу дела сражаются челики. Бля, там толпа просто их. Пойти угореть. Бежит. На, сучка. Бля, чё она бежит? О, коробка есть. Юрин은 꽤 고된 노동이라고. 누군가가 연속으로 지집니다. 고기 요리는 내 전문이지. 모래 때문에 움직이기 힘들다고. 생존자가 사망했습니다. 생존자가 사망했습니다. 써보고 싶으면 돈을 내. 시원한 게 먹고 싶어지는구만. 빅이라고. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 원. 아, 아무것도 못 이모 니모 брать, короче. Тут фиолово этот есть. 모래 때문에 움직이기 힘들다고. 네, в принципе, с пляжа уже можно сваливать. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. Сейчас откроем, короче, может, фиол какой-то попадётся хороший. Шапка, да, у меня шапка есть, короче, хер с ней. Или что? 20 защиты, мак количество 200. У нас количество ХП 300, СП 500. Усиление навыка. Тут еще сокращение и урона от навыка. Так, куда мне надо топать вообще? Типа вот это где находится? Или что для него надо-то?
А, камень и древо жизни. А где древо жизни? Кто не помнит? В лесу, по-моему, уже. Нет? О, да, блин, мяса сильно много уже. О, вот этот-то меня жохает. Нечем, блядь, бить. Вообще неплохо. Так, пошли-ка сядем где-нибудь. 7 человек осталось. Блять, еды нет. А у него есть еда, нихера. А вот эта лата что делает? Бля, еще один челик. Еще он не будет со мной сражаться? Умри, сука! Бля, баба, это бежит, от нее надо уйти. Еда есть? Еда. Ой, у него есть картофель, блядь, баба бежит. Эта баба меня, наверное, убьет. Уёпта, уходи. Мне, правда, ее, кстати, надо убить, по идее. Тут где-то фиоловый ящик еще есть. Пойдемте вскроем. А, он только приедет. Из волков, кстати, топовые предметы вываливаются. Голова. Количество атаки 200, сокращение кулдауна 15, защита 15. Защита 18. Ах, а вот это я вообще не понимаю, какая типа лучше голова, какая хуже, короче, я это вообще не соображаю. Коль мне советуют, значит, это топчик. А куда мне надо вообще? В кустах посидим? О. Бля, она меня уделает. Где еда-то? Уходи! Нет! Она, блядь, ушла. У нее там маленько осталось. А, вот тут я вообще не шарю. Что-то типа из нее брать. Пускай валяется трупом. Кто-то будет топовый, короче. Главное, типа, квест выполнил на нее, да и хас не. Еды нет. Вот это да, зажигалки нет. Это тоже, блядь, херово. Ай, уйти не успела. О, кстати, мне вот это надо. А, блин, мне надо было это. Когда-то давно. Так, это мы открывали. Так, а кофе нам ничего там не сделать, да, из него? А еды у ребят нет, пойду там фиоловый ящик открою.
А типа яйца что с ними делается, нахера? 200 хп. 200 хп нахер. А, он только прилетит. Шестьдесят защиты, 30 защиты. Скорость атаки плюс 12, восстановление хп 200. Ну, ладно, хп оставим. А что типа осталось? Переулок, школа. Что иду, ничего не проверяю, может еду какую найду. О, зажигалка, блядь. Что-то фиоловое можно сделать. В инвентаре нет места, блядь. Давай картошки сейчас нахерачим. Холодный кофе бери. А, ну я уже тапки не сделаю, короче. Типа бумаги нет уже смысла. Вот, смотри, какой аксессуар фиоловый. Ну давай забахаем. Блядь, что такое? Надо сваливать отсюда. Давай фиол откроем, может сапоги какие-нибудь. Клеймо. Это типа ловушка, да? А, блин, давай фиоловый-то напялим. А чеснок, что с чесноком можно замутить? О, какая-то еда тоже. Ну, кстати, 800. Блин, а переулок-то тоже желтый. А, ну все, последняя зона. Пошлите, найдем челика. Он, кстати, один остался. Ну, блин, не знаю, мне кажется, боты все были. Потому что что-то я как-то жестко крута показалась.